Новый таможенный кодекс будет разработан в Казахстане в этом году. Об этом в ходе отчетной коллегии Министерства нацэкономики сообщил глава ведомства. По словам Тимура Сулейменова, в документ будут имплементированы нормы таможенного кодекса ЕАЭС. Он также рассказал, что новая редакция документа позволит сократить сроки таможенного декларирования и снизит административные барьеры. В этом году в Миннацэкономике также планируют презентовать и новый закон по налогам. Мы, как министерство, планируем его разработать и внести до лета этого года в правительство, после этого проработать и к осенней сессии парламента внести. Естественно, задача президентом поставлена принять кодекс о недрах и соответствующие поправки в налоговое законодательство. Поэтому задача стоит до конца года принять. По таможенному кодексу такие же сроки, может быть, даже раньше. Напомню, в Казахстане уже несколько лет обсуждается вопрос объединения налогового и таможенного кодексов. В сентябре прошлого года в Министерстве национальной экономики сообщали, что в ведомстве ведется работа по разработке единого нормативно-правового акта. Однако в прошлом месяце новый глава министерства высказался против объединения документов, аргументируя это тем, что он будет более сложным в практическом использовании и для бизнеса, и для потенциальных инвесторов, потому как будет слишком объемным.